Всем привет, с вами Полкис, и сегодня я хочу снова стать таким теоретиком и сделать теории по FNAF+. И да, я еще не делал теории по FNAF+, были лишь теории по FNAF-, вроде бы как я. Наверняка не делал, я честно уже забыл. Но насколько я помню, такой ролик я еще не делал, но и сейчас, как вы поняли, я решил его сделать. Итак. Если вам понравится этот ролик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну, а я не буду долго тянуть, и мы будем приступать. Итак, первая теория, ребят. Теория эта конкретно не моя, но все же она довольно интересная. Итак, теория это о том, то, что в Фоксе находится человек. Да, ребят, нам уже показывали, уже давно показывали то, что в Фоксе вроде бы находится какой-то человек. Но теперь мы точно знаем то, что в нем находится человек. Почему так, я сейчас вам расскажу. Итак, давайте сначала выберем те тизеры, которые нам надо для доказания этой теории. Итак, нам надо вот этот вот тизер и этот тизер, который вышел, ну, относительно недавно. Итак, что ж, нам надо сначала тизер, который вышел относительно недавно. И там нам показывается, как некий подросток, которому 14 лет, пробрался в пиццерию Фредди Фазбера и начал там исследовать паранормальные места. Он взял камеру у папы, или, да, ну и всякое такое. Короче, взял он приборы, это даже не суть важно, и начал исследовать, кто же здесь, есть ли здесь призраки или нет. Потом за ним увязался Фокси. Мальчик, ну, подросток точнее, уже спрятался в мастерской, но так как это аниматроник, и он оказался сильнее, аниматроник выбил дверь и убил его. Ну и что, хочу сказать, почему это был именно Фокси, почему я так думаю? Ну, во-первых, нам показали его в окне, когда мальчик стоял в офисе, когда он за ним увязался. И во-вторых, там еще показывали картинку, там где стоял Фокси. Итак, что же? Ну скажите, ну и что то, что он его убил? Это же все же пиццерия, там где убивают всех подряд. Ну, многие так считают, по крайней мере. Ну, я вам скажу то, что, ну вот, есть еще вот этот вот тизер, который вышел тоже примерно одновременно с тизером, который вышел, ну, который мы только что рассматривали. И там говорится то, что мальчик исчез бесследно, то есть пропал без вести. Куда же делось тело? Скорее всего, его засунули в аниматроник. Вполне возможно то, что засунули Фокси. И это нам может спокойно доказывать то, что вот Фокси, и вот он, ну, не понимает, что с ним происходит. Такое ощущение, что в нем человек. И потом, это также можно объяснить то, что он убегает к выходу. Он видит много то, что видел тот самый пацанчик, который убегал от Фокси. То есть, скорее всего, Фокси и правда человек. Итак, если мне получилось доказать то, что Фокси человек, то мне еще очень интересна одна штука, одна вещь точнее. Будет ли на нас нападать Фокси во FNAF Плюсе? Скорее всего, да. Но не будет он на нас нападать просто потому, что он хочет нас убить. Почему так? Помните то, что в оригинальном FNAF была такая теория, то, что Фокси на нас не нападает, а просто забегает к нам в офис, а мы умираем от того, что мы испугались. Возможно то, что Фокси будет искать помощи и будет бегать куда-то к нам, чтобы мы ему помогли. И наш охранник просто будет пугаться и умирать. Да, ребят, это в принципе теория довольно интересная, но я не знаю. Нам остается лишь дождаться выхода игры и проверить все сами. Итак, с вами был Полтис. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ну и всем, конечно же, пока.